13 апреля 2017 год. Я нахожусь на храмовом пруду, на плотине этого пруда. Вот она, плотина. И вот вода пошла где-то позавчера, наверное, через слив. Вот он, пруд храмовый, а там дальше ток Игоря Александровича Барабаша, а за током храм. Он за деревом крест православный. Кресту твоему честному поклоняюсь, Владыка, и святое воскресение твое славим. Аллилуйя, аминь. И вот как вода здесь идет через слив, который делали братья. И уходит эта вода в лагерный пруд. Сейчас туда я пройду и там посмотрим, что там происходит. Вон плотина лагерного пруда. Вот он сам пруд за деревьями, там плотина. Ну, нынче год необычный. Снегу много, но тает постепенно, и земля оттаяла, и вода уходит в землю. То есть не так резко, как в те годы, когда даже и снегу мало было. Земля мерзлая, когда была. И снег тает, и очень много воды, бурные потоки. А нынче все так постепенно. В нашей местности, не знаю, как в других. Слава Богу за все. Небольшой утренний репортаж. Сейчас время без 16:07 утра. Сегодня идем в храм. Литургия Василия Великого будет. Слава Богу за все.